Maria Bakumova, representing Russia, 69.09 in the first attempt, qualified in the next round of the women's javelin throw. Maria Bakumova, 69.09 в первой попытке. В английский надо? А, ну что делать? Благодаря, ну, если говорить откровенно, то просто очень, я увидела много своих, ну, фанов. То есть, ну, как это сказать, ребята приехали с моего родного города, из Ставрополя, я увидела. Да, да. И меня поддерживают мои близкие. И, конечно, когда ты слышишь аплодисменты, я не... Ну, получилось так. Как вот благодаря вот этим поддержке, я думаю, как-то так. Ты выглядишь, что ты больше расстроена, чем рада. Я немного Ну как, я не расстроена, я же не слабая, слабый человек. Просто у меня есть опыт соревнований. И я могу сказать, что это не очень легко. И, показывать хороший результат в финале, в финале, да? Нет, чревато, конечно. Все может быть, но, наверное, я справлюсь. Ну, если понятно, да? Что? Спасибо, удачи в финале. Спасибо. Maria Bakumova threw 69.09 in the first attempt in the women's javelin throw, and she's a little cautious. She says that based on her experience, every time she's done so great in the qualification, she would never do really well in the final. Maybe things will change here.